Демонструвати власну індивідуальність чи бути як всі? Відповідь на це питання у кожного своя, як і ставлення до дрес-коду. Це необхідність або атавізм з минулого? З'ясовуємо в прямому ефірі. Розпочнемо зі шкільної форми. Наші перші гості – Ганна Таніч, соціальний педагог школи номер 65 та Валентина Василенко, заступник директора з виховної роботи КНВК номер 81. Шановні, перше питання не по темі. Що страшніше, урок провести чи до студії прийти в прямий? До студії. До прийти. Студії. Чому? Звичайно, за студії. Тому що на уроці ми в своїй тарілці, а тут ні. Не тут, в своїй стихії? Не в своїй стихії, так. Звикаєте все одно. Я правильно розумію, що на роботі ви дотримуєтеся дрес-коду? Є певний дрес-код для вчителів? Звичайно. Який він? Звичайно. Це діловий стиль одягу. В повсякденному нашому кожного дня, да? Як би ти не хотів, яке б свято не було, я повинна прийти гарненька. Яку б класну сукню не купила? Не так? Купила б класну сукню, я залишаю вдома. Джинси модні я залишаю вдома на вихідний. А от до школи я маю прийти на, це звісно, каблучок, це сукня, це блуза, це вишиванка, ну ні в якому разі не джинси. Ми собі такого не дозволяємо. Ну, в нашій школі. За других я не знаю. У вас джинси можна? Ні, нас теж, на жаль, джинсів не можна. Наша школа дотримується дрес-коду, наші вчителі, наші учні. В нас немає певних якихось критеріїв, обмежень, якихось прописаних правил, але в нас є такі критерії до дрес-коду. Це, по-перше, повинна бути безпека в одязі, гігієна, естетика та стиль. Безпека – це як? Безпека, ну це, якщо це стосується дітей наших учнів, ну, не повинна бути дуже завелика шкільна форма. Це не повинні бути такі речі, які закривають шию. Це не повинні бути такий одяг, який зашкодить здоров'ю особисто учню або учню. Це якісь можуть бути прикраси, які можуть теоретично травмувати учнів. Такий невеличкий екскурс в недалеку історію. Чи носили форму у шкільні роки? Ми саме. Саме ви. Ну, я не знаю, я закінчила школу майже вже 20 років назад. Певно, не скажеш? Дякую. То я одягала один раз шкільну форму, і це був 11 клас. На останній дзвоник, чесно. Блайтово. Дуже хотілося шкільну форму носити кожного дня. Але такого випадку і такої можливості в нас не було. Ми спеціально шили шкільні форми на останній дзвоник і більш все. Вона до сих пір у мене в шафі, милуюся буває, дуже гарно. Якщо б зараз діти ходили в такій шкільній формі, я не знаю, ми були всі задоволені. Це було правда? Б красиво. Красиво. Це було б чому красиво. Не розуміють сучасні діти і сучасні батьки, що шкільна форма того часу дуже гарно, дуже стильно. Було б і на мода ж повертається. Так? Зараз діти, от ви подивіться, зараз діти, які в 90-ті роки, вони тільки народжувались, а вони зараз підхоплюють ту хвилю. Оті, вони вже самі батьки від своїх дітей. Да. Так. Це дуже красива. Шкільна форма дуже красива. Я теж закінчила школу 24 роки тому назад. У нас також не було шкільної... І також не скажеш. Дякую. Також не було шкільної форми. Шкільну форму ми шили на якісь свята, на останній дзвоник, на випускний. У нас не було такої можливості вдягнути її, але це теж був дрес-код. Не було такого, що ми ходили в джинсах або в тих речах, ну, в яких ходимо ми повсякденно. Дрес-код обов'язково повинен бути присутній. Це повинна бути естетика. Це обов'язково діловий, якщо так можна сказати, консервативно-класичний стиль. Як в учнів, так і у вчителів. Ви хотіли додати? Я хотіла додати, чому ми не носили раніше джинсів, може в такому обсягі, як зараз в магазинах, все в джинсовому. Спідничка джинсова, рубашечка джинсова. Не було такої можливості. Не було в нас можливості. Може б ми і носили, але можливості не було. Ну, чесно, я не жалкую. Про свій час в школі я не жалкую, бо в нас дійсно були якісь обмеження, які не заважали нам краще навчатися, да? Краще себе відчувати. Дискомфорту ніякого не було. Це була звичайна суконька, да? І фартух, але це було гарно, стильно і ті ж самі банти. І п'ятірки щоденно. І п'ятірки не було, ну, 12-бальну, я ще систему трішки, да, в 11 класі. Я теж трошки. Трішки, да. У нас є питання інтерактиву. Як ви ставитеся до обов'язкового дрес-коду на роботі? Варіанти відповіді: позитивно, це додає людям солідності, або я проти непотрібних рамок та формальностей.
Як би ви відповіли? Загалом, дрес-код. Загалом, скажу так, він необхідний. Він необхідний під час навчально-виховного процесу. Без цього не можна, розумієте? Якщо діти будуть ходити в чим заманеться, це буде незручно. Це я про ту безпеку, про яку я казала. Розумієте, зараз такий великий формат вибору в одязі, що він може нести небезпеку. По-перше, нова українська школа нам пропонує формат безпечного освітнього середовища. Оцього ми повинні дотримуватися, розумієте? І що б я хотіла сказати про дуже таку важливу річ, про адаптацію температурного режиму дітей в школі. Ми про неї дуже забуваємо, але це дуже важливо, розумієте? Одні діти потребують сидіти у теплому одязі, в светрі, а інша в одній тій ж кімнаті, а інша дитина буде потребувати сидіти у футболці з короткими рукавами. І одній і другій дитині буде зручно. От на це ми повинні орієнтуватися, розумієте, не якийсь стандарт, а ось на отакі от речі, на температурний режим, на індивідуальність організму наших дітей. От тоді у нас будуть великі показники в навчанні. Зараз так можна? Хтось у футболці, хтось у светрі? Можна, можна. Як розумієте, дитина, вона індивідуальна, і імунітет у дитини індивідуальний. От сидить, іде звичайний урок, так? Сидять двоє, давайте візьмемо двоє учнів в класі. Одному комфортно буде в светрі, іншому в футболці з короткими рукавами. І та, і інша дитина буде себе почувати зручно. А ми за зручність, ми за комфорт, розумієте? Дякую. Отже, дрес-код, добро чи зло? Добро. Добро. Чому аргументуєте? Тому що, по-перше, це дисциплінує учнів під час освітнього процесу. Дисциплінує. Звісно, в нас в школі ми дозволяємо приходити в джинсовому одязі, в спортивному. Але ну, це зрозуміло, що це якісь спеціально відведені дні. Так? Але дрес-код, ну я за дрес-код, розумієте? Він сприяє вихованню якогось, я не знаю, естетичного смаку, культури одягу. Ну, розумієте? А якщо ми будемо ходити просто, в чому я захочу, вибачте, то паєточка у нас, то в нас джинси порвані, там дівчатка, все в нас видно, все на видному місці, то, звісно, це, ну, який може бути у хлопчиків будь навчальний процес освітній. Хлопців від дівчат. Хлопців від дівчат. Дівчат від хлопців це відволікає. Так? Ми, я думаю, з Ганною разом, да? За дрес-код в школі. Якщо в нас немає форми встановленого зразка, це не кажуть, що діти повинні прийти в школу. Вибачте, як вони ходять в звичному житті своєму. Коли в нас в школі, ще додам, да? Проводяться рейди по перевірці зовнішнього вигляду, проводяться. І коли в нас запитують, а чому, от чому, я кажу, у вас є вихідні. Будь ласка, ви йдете в гості, я не знаю, кудись, ну зараз карантин, звісно, довго і далеко ми нікуди не зайдемо. Ну, головне в масці. Але маска головне, так. І, звісно, можете, у вас є так само, як і в нас, вчителів, є дрес-код. Будь ласка, і ви дотримуйтесь. Звісно, є такі моменти, хтось десь не чує. Десь хтось не чує нас з батьків. Або є не такі, хоче чути. Або не хоче чути. Кожен бачить це по-своєму, але ми стараємося донести. Який повинен бути дрес-код? Навіщо він повинен бути? І це, я думаю, взагалі важливо для освітнього процесу взагалі. Так. А я ще можна додам, а я навпаки хочу виразити щиру вдячність нашим батькам, які дослуховуються до нас, до те, що наші вчителі пропонують, говорять про естетику, говорять про стиль, і наші батьки до цього дослуховуються. Вони переважна кількість наших дітей відвідує школу в діловому стилі, в консервативному стилі, в класичному стилі. І знаєте, в нас дуже багато дітей, батьки вдівають вишиванки, і ми дуже вишиванки, саме вишиванки. Да, так, це переважно більше у святкові дні, у якісь дні пашани, але це вишиванки і білі сорочки. А є діти, які ходять так повсякденно. І ми дуже вдячні своїм батькам, що вони дослуховуються до нашої думки і вважають цей одяг доречним і зручним. Це дуже круто. Побуду скептиком. Скептики кажуть, що суворий дрес-код обмежує людей, дітей, зокрема, у свободі вибору, в прояві індивідуальності. Що ви скажете?
Чому? Індивідуальність діти можуть проявляти у різних речах. Їх дуже багато зараз. Це гаджети, це планшети, це телефони, це брендова обув. У дівчат так там взагалі вибір, розумієте? Це і прикраси, це і макіяж. Вони це можуть демонструвати іншими речами. Тобто макіяж, прикраси, манікюр довгий можна, в принципі? Ні, в школу ні. Але ж, розумієте, вони зараз роблять це через соцсіті. Вони демонструють свій відпочинок. Вони демонструють... різні речі, розумієте, через соцсіті. І діти наші ці бачать, розумієте? Свою індивідуальність можна проявляти за територію учбового закладу або поза або межами двійку, навчального або отримати двійку процесу. Або п'ятірку, наприклад, теж різноманіття. Ні, звісно, двійку ніхто не ставить за зовнішній вигляд. Не лякайте дітей нашого міста. Я скептик, я ж сказав. Ми зрозуміли. Шкільна форма – це рідкість або обов'язкове правило в інших країнах, з'ясовували мої колеги. Дивимось. В Європі країною-першопрохідцем у введенні шкільної форми вважають Великобританію. У цій країні учнівський одяг багато в чому став зразком для форми Хогвартса, знайомої шанувальникам Гаррі Поттера. Джемпери і сорочки, довгі картаті спідниці або брюки синього, червоного, темно-зеленого кольорів вважаються в світі найелегантнішою шкільною формою. У колишніх колоніях Великобританії, Індії, Австралії, Сінгапурі шкільну форму не скасували після визнання цих держав незалежними. Так, школярі Індії відвідують заняття тільки в темно-синіх брюках та білих сорочках. Це для хлопчиків. Дівчатка на уроках вбрані у світлі блузки і темно-сині спідниці. Обов'язкова учнівська уніформа і в спекотній Ямайці. Там багато хлопчиків носять сорочки і штани кольору хакі, а дівчатка – сарафани нижче колін різних кольорів, доповнені нашивками з назвою школи. У В'єтнамі дитячий одяг білий, зшитий з легкої дихаючої тканини. Тут суворої форми немає, але обов'язковим є носіння довгих білих тунік з синім бантом поверх звичайного одягу. Ще одні поціновувачі яскравої форми – африканці. Тут одяг вражає різноманіттям відтінків. Помаранчевий, зелений, фіолетовий, жовтий – в кожному закладі обирають свій колір. Шкільна форма в спортивному стилі поширена в Німеччині та Китаї. Для холодної пори року у школярів є темні вітровка і брюки. Країною, в якій шкільна форма популярніша, ніж у Великобританії, можна вважати Японію. Там шкільний гардероб вважається, мабуть, наймоднішим на сьогодні. Юні любительки манга в такому захваті від коротких спідниць, білих гольфів, а головне – матросок, що готові носити їх навіть за межами школи. У багатьох приватних навчальних закладах США і Канади форма також обов'язкова. Найчастіше це обрання досить стриманих кольорів – синього, сірого, темно-зеленого. У деяких школах дівчатка носять спідниці в клітинку, хлопчики – смугасті кроватки. Шкільна форма в Таїланді – взірець класики. Білий верх, чорний низ, як для хлопчиків, так і для дівчаток. Носити її зобов'язані абсолютно всі діти від початкової школи до коледжу. Шановні, на початку у нас була така хвилинка ностальгії. Ви казали, що шкільна форма – це вже не так і погано, хоча ви її особливо і не носили. Якщо б зараз була можливість повернути шкільну форму, ви були б за чи проти? Ми були б за. От ми зараз вас в студії, вдвох гості, ми були б за. А як наші батьки? Я, наприклад, не можу сказати за батьків. Вони носили форму, напевно, я так думаю. Більшість з них так. Більшість так. Чи подобалось їм? Це вже інше питання. Це інше питання, не до нас. Я би більше сказала, що я не за стандартизовану, встановлену якимись нормами шкільну форму. Я за дрес-код з певними критеріями. Я би сказала так, це буде зручно. Розумієте, я хочу сказати таку річ, що... Знання учнів не вимірюються шкільною формою, розумієте? Ми все-таки створюємо безпечний учбовий процес в нашому навчальному закладі. І неважливо, це будуть діти в шкільної формі, встановленого зразку шкільної форми, або ні. Тут я думаю, що це неважливо. Дякую. Дякую за дискусію. Гарних вам учнів, незалежно від того, у якій вони формі і чи формі вони. Ракурс триває. Після короткої паузи продовжимо неформальну розмову. Ракурс триває. Далі поговоримо не про одяг, як реагує суспільство на людей з татуюваннями та пірсингом. З'ясовуємо з гостями. Марія Сапата, прихильниця пірсингу, Кирило Данилик, тату-майстер, Олена Данилик-Льока, тату-майстер, прихильниця пірсингу. Вітаю всіх. Добре, скажіть, будь ласка, ви зовні дуже всі яскраві.
Як суспільство реагує? Вам нравится? Безумовно, особливо дівчата. Від лиця от лица девушек скажу, что нам тоже очень приятно находиться с вами в одной студии. Ну, скажем так, общество реагирует неоднозначно. То есть кому-то нравится кто-то. Вау, что у тебя, язык проколот, бровь пробита. Сразу язык. Все видят сразу язык. Да, чаще всего именно вот такие вот более интимные моменты, ну, интимные виды пирсинга. То есть пирсинг есть явный, такой как, допустим, пробитая бровь или индастриал. И также есть интимные виды пирсинга. Они называются интимными не потому, что они находятся в зоне бикини, а потому что непосредственно это такое вот что-то родное свое. Это смайл, это непосредственно пробитие языка, там, пупок и так далее. То есть то, что слишком быстро и явно ты не увидишь. Які питання найчастіше лунають? На що воно тобі треба, так? Це основне. Кирило. Да, задают такой вопрос, зачем оно тебе надо? Я вообще скажу, начну с того, что первую татуировку я сделал в 30 лет. То есть это уже как бы осознанный мой выбор. И когда меня спрашивают, зачем тебе это надо, я это могу объяснить, зачем мне это надо. Другое дело, когда это делают там в 16 лет. Вот, а так как я, кстати, тату-мастер, вот сегодня я делал пареньку, которому 16 лет, он пришел с мамой, мама его поддержала, потому что он, это был подарок, он чемпион, что-то связано с баскетболом, по-моему, вот, что-то, он, причем чемпион Украины, я так понял, вот, и он выпросил, то есть у мамы это был подарок, поощрение. И что она была, в баскетбольный мяч? На английском, в общем, мама, я иду играть. Вот. Mom, I go to play, да, правильно? Вот. Собственно, сделал такую себе татуировку. Мама хорошо отреагировала. Часто сейчас приходят, я назову все-таки дети, наверное, уже могу себе позволить назвать 16 лет. Вот. Часто приходят, но приходят, причем и с родителями, но в большинстве мы отказываем делать таким детям татуировки. А ведь еще батьки сегодня? Даже если, да, потому что... Чаще всего ребенок не осознает, для чего он это делает. Выпросил, как вот, мама, я хочу игрушку, точно так же, мама, я хочу татушку, и все. Я хочу сейчас, а завтра он передумает. Ну, я так сделала. Я так сделала в 16. Жалковали? Ну, первый год нравилось. Первый год, это вау, какая красота. Потом эта красота и вышла из моды, и я просто заметила, что она не очень хорошо сделана, она некрасивая. Неякисно. Да, она некачественная, это было и сделано ж кое-как, как попало, естественно, не в тату-студии. Вот. Потом я ее чуть подросла, переделала, и тоже некачественно, хотя уже в тату-студии у хорошего мастера. А сейчас есть чудо-средство лазер. И сейчас мы удаляем. Поэтому мы детей в большинстве случаев пытаемся отговорить. Потому что потом они будут ходить на лазер. Это процедура дольше. Я так розумію, що у нас такий спільний дрес-код, у всіх татуювання є. Це зараз мейнстрім, чи все ж таки люди ще дивуються? Удивляються, звісно. Удивляються. Звісно, удивляються. Ну, причому вже не так. Но в большинстве, особенно если учесть, что Кривой Рог все-таки, будем откровенны, это город, город стриманных таких людей, я называю это так. Корректно. Да. В плане какого-то яркого чего-то. То есть все-таки сложно, но можно. Я скажу так, сложно, но можно. В принципе, нет ничего плохого. И сейчас уже татуировка, если посмотреть тоже там фотографии знаменитых людей, это дресс-код, как вот только что перед нами было. Это красивый пиджак, это, если это мужская, то есть это бабочка. И красивая, и красивая татуировка, которая выглядывает там, я не знаю, на кисти или там на шее или еще где-то. И это сейчас настолько красиво сочетается, что в принципе удивляться наличию такого вида искусства на теле, я считаю, уже бы в 21 веке уже можно пора как-то прекращать. Да, пора прекращать, правда. Вот. Но еще остается все-таки, все-таки еще такое время, что не все готовы принять. Ну, разница есть. Разница есть между тем, вот как на меня обращали внимание в 16 и как сейчас. Или я уже привыкла, не замечаю. Ну да. Или люди уже как-то попроще к этому относятся. Если раньше там, у тебя там сережка.
А сейчас есть и есть. Никто даже особо не спрашивает, что это и где это. Це добре чи це погано? Хорошо. Хорошо. Почему плохо? Плохо, что люди не могут делать то, чего хотят. А если люди могут самовыражаться, как хотят, и никто их за это не осуждает, это же отлично. Кстати, да. Самовыражение, ведь вот со школы оно, собственно, и прививается, и теми же учителями должно прививаться. Это твое самовыражение. Школа ведь должна учить не только там, математике, физкультуре там, или предметам. Да, предметам. Она же еще и духовно как-то, каждый учитель, он же наш и духовный наставник тоже должен нас как-то научить. Вот. Да. Моя преподаватель, прошу прощения, моя преподаватель, классная руководительница, заслуженный учитель Украины, украинского мовы, литературы, она сделала все, вот я считаю, для того, чтобы я состоялся вот сейчас как личность. Хотя она мне в комментариях сейчас пишет: краще б ты малював картины на людях. На что я відповідаю, я еще не дорос до того, чтобы рисовать картины на холсте. Может, она просто татуху хочет? Может быть, Валентина Ивановна может, да. Маша, ты стыкалась с людским осудом? Безусловно. То есть я какое-то время жила в Киевской области, и там на это, скажем, сразу реагировали не особо. То есть ни для кого не секрет, что регионально наш менталитет, он так варьируется. Но как только я возвращаюсь в родной город, это, во-первых, от лица всех 16-летних детей, сделавших татуху. Я хочу сказать, что сейчас есть дети очень осознанные, которые духовно более зрелые, нежели нынешние там 30-летние люди. И вот таким сейчас... мы делаем татуировку, потому что это чувствуется. Да, это действительно есть. Вот этот момент. Но когда к тебе подходит там мужчина на улице, подходят и женщины. Безусловно, но в большинстве своем это мужчины, такие работящие, которые подходят. А зачем ты в язык сережку вставила? Тебе что, лишь бы дырок наделала? Это что, дырок? Причем у него там написано на пальцах Вася, так? Причем у него на пальцах написано Вася, так выбито кривыми литерами. И копала на всю спину. Не в обиду людям. Копалами на спине. Ситуации разные бывают. Просто действительно наш менталитет, он такой достаточно строгий, правильно сказал... Кирилл, прошу прощения. Очень правильно, что действительно люди у нас очень такие сдержанные, строгие и консервативные в большинстве своем, взрослое поколение. Я очень рада, что сейчас мое поколение, вот там плюс-минус, оно безумно, оно понимает ценность самовыражения, оно понимает, что... то, что ты сделаешь дырку, оно зарастет, но у тебя будет определенный телесный опыт, который, ну, ты захотел пережить. Да, то есть я очень рада, что я родилась в это время, а не раньше, когда на меня бы, допустим, посмотрели, сказали, не надо так делать. Це круто. Таке питання. У нас тема все ж таки дрес-код. Чи були такі ситуації, коли доводилося навмисно ховати татуювання, наприклад, під одягом? Якась, можливо, була до цього робота більш така офіційна, з дрес-кодом, в піджачках? Чи не було такого? Кирило? Чесно, прям от, щоб... Серйозно? Ні, мене один раз в спортивних штанах не пустили в кафе, це да. Вот, но чтобы мне пришлось прятать татуировки, нет, причем ну, были ситуации, это были и встречи, это были там и какие-то бизнес-встречи устраивали, которые, но нет, даже когда-то я смотрел одну программу, где идет речь о бизнесе, если я уже так немножко затрону, и татуировках, то есть о молодых бизнесменах, и у них так и спрашивают, чем тебе мешает это или помогает, вот. Никто не ответил, что ему это прям вот как-то помешало. Где-то коммуницировать как-то и продвигать. То есть были примеры, когда и у меня, то есть когда я общался с человеком в абсолютном дресс-коде, да, с галстуком, с пиджаком, с белой накрахмаленной рубашкой, вот, но я при этом выглядел вот так вот, и мы что-то обсуждали на одном уровне и решали дела. Ну, то есть это...
Мне кажется, что все-таки надо оставлять вот там вот где-то все эти предубеждения. Дресс-код, да, он нужен в определенной сфере, без него никак. В любом случае, где-то ты должен показать свой статус, но я же, как говорил, сейчас этот дресс-код... Критерии его стоят, наверное, уже немножко. Да, да, сейчас этот дресс-код отлично вписывается, слава богу, у нас есть модные магазины, дизайнеры, и это все отличнейшим образом вписывается в контекст там, встречи или еще чего. Питання теж, Льоко, до вас теж саме. Чи доводилося пристосовуватися, ховати татуювання? Я вот сейчас вспоминала и так... По большому счету нет, не было. Единственное еще, может быть, вот тогда, когда-то, еще школьные экзамены, не устроил комиссию цвет волос. Вот ну, это было максимум. Спортивные штани. Нет. Единственное, тогда пришлось объяснять, потому что мы, меня брали моделью на конкурс парикмахеров, и тогда прическа действительно была очень экстремальная. Синий, красный, желтый, тогда были цвета, так красиво вырезано. Вот, и меня не допускали к экзамену. Таку претензію вважаєте справедливою чи ні? Ну, я думаю, нет. Ну, я тогда обиделась. Я тогда обиделась, и мы долго объясняли, уговаривали, что я даже не просто так это сделала. Это конкурс был, и я не могу сейчас переделать. Я вчера была на мероприятии, где, кстати, парикмахер, который мне делал такую прическу, она победила. Вот. И я за день не могла бы ничего изменить. То есть я не виновата. Я не просто перед экзаменом взяла и такая... Буду бунтаркой, покрашу волосы в синий и пойду на экзамен. Що врешті-решт з екзаменом сталося? Я здала, все уладили, меня допустили к экзамену. И я тогда действительно была обижена, что пришлось это объяснять. Дякую. Вот это единственный был случай. А от що думають про неформальний зовнішній вигляд криворіжці? Увага на екран. Мне как-то все равно, в принципе, потому что каждый человек, он в жизни имеет право выражать себя так, как он хочет. То есть я не могу осуждать, допустим, кого-то за его татуировку, потому что это его личное мнение. Я скажу, мне не нравится, я буду, в принципе, права для себя. А он скажет, ему нравится, и он будет прав для себя. Это индивидуальный момент, я к этому просто отношусь. Это выбор каждого. Негативно ставлюсь, мне это не подобається. Может, потому что я не того віку, молодцем... Як зацікавлена, ну мені це не подобається. Не вважаю, що це лишнє. Кожен сам по собі должен решать жити своєю головою. Взагалі мені не подобається пірсинг і татуїровки. Себе теж хотів. Ну просто у мене таке поняття, що якщо чоловік наносить татуїровку, значить вона щось повинна на ньому обозначати, а не так від фонаря якесь там названня. Да? Значить, вона щось о чому-то говорить. Или там он какой, или еще что-нибудь такое. Мне кажется, это дело личное каждого. Ну, чтобы это было не слишком вызывающе, конечно, прям так вульгарно. Ну, для меня это допустимо. Шановні, як вам опитування? Чи показове? Ну, радует, что здесь больше говорят о том, что это личное дело каждого, чем вот один там мужчина, который говорил про то, что татуировки должны быть, что-то обозначать там, или, ну, вот. Ну, опять же, у каждого есть свое мнение, поэтому и сейчас... свое значение. Да, сейчас вставать на сторону тех, кто говорит, что татуировки – это плохо, и мы сейчас их будем мочить, это тоже нехорошо будет с нашей стороны. Поэтому тоже будем толерантны. Маша, как тебе опытывание? Я очень рада тому, что действительно полностью согласна с Кириллом, опять же, что меня очень радует то, что люди наконец-то принимают, опять же, если говорить о самовыражении, они принимают то, что люди могут быть абсолютно разными, и это нормально. И это не позиционируется как какое-то психическое отклонение или юношеский максимализм, или то, что человек просто моральный инвалид, как выражаются иногда. Ну, в любом случае, каждый может выразить свою мысль. Я приведу пример. Вот буквально сейчас перед эфиром листал Facebook, реклама нашей студии в Кривом Роге, и первый комментарий под этой студией, напомнили, как там... Что поделать, если люди инвалиды? Да, что поделать, если люди инвалиды? А там реклама под всем известный сериал «Друзи». То есть мы там на диване, красиво всей студии, яркие, радостные, всем желаем только добра. Мы говорим, чтобы друзья... Ничего плохого не сделали. Ничего плохого, да. Мы там не призываем, не говорим, что готов, бой, приходи. Да. То есть ничего агрессивного, наоборот, счастье, радость мы приносим людям. А в комментариях нам, а вы там... Что-то оказались инвалидами. Да, почему-то мы все оказались... Зазвичай у кого такі думки виникаються? Люди більш старшого віку?
Не да. всегда. Ну, да. В большинстве своем. В большинстве, да. Все-таки старше. Причем не намного старше, я хочу сказать. То есть, просто мы уже не младше. Да. Где-то такие, как мы, чуть старше. Просто різний світогляд, напевно. Конечно, конечно. Да, разный опыт, разные временные отрезки, в которых что мы, что я, что Кирилл, что Лёка, что непосредственно люди, которые отзываются негативно в большинстве своем о наших образах. Мы все росли в разные временные промежутки, у нас у каждого разный жизненный опыт, и именно это влияет на то, что, возможно, у человека было такое желание, он его подавил, и вот теперь он в глубине души хочет ту же татуху, там, рукав забить, не хватает смелости, и ну, люди-инвалиды. Або, можливо, хотів, йому було 16, а Кирилу відмовив. І он таким образом самовыразился, да? Да ладно, ну не нравится человеку его право. Нам нравится наше право. Все. Действительно. Все проще. Ми сьогодні говорили про те, що дуже багато молодих людей, там, 16 років, приходять забиватися. Чи приходять більш старшого віку люди таких більш класичних, солідних професій в піджачку? Да. Да. Нет статистики, хто більше. Забиваються всі. Да. Мальчики, дівчата. Що б'ють, де б'ють, щоб це було на видноті чи ні? Опять же, особо не прячуть. Особо не прячуть. Вже ніхто не прячуть. То есть, прячуть люди професії, поліцейські приходять, сразу скажу. Вот поліцейські, да, там просять, или воєнні. Я бачу, у поліцейських шикарні рукава. Да, но... Смотря, может, какая должность. Да, но все-таки иногда просят, чтобы там не было. Вот, да, какая должность. А так приходят... Сфера образования. Пример хороший, когда мы, был у нас фестиваль «Артишок» такой в Кривом Роге, и наша студия принимала там участие, мы делали мини-татуировочки, делали такую акцию на ослеп, то есть ты не видишь, что тебя набьют. Твой вот. Друг может Твой выбрать, друг может для, выбрать тебя для тебя. И пришли семья, два внука маленьких, там, я не знаю, лет по 7, наверное. Вот. Мальчик, девочка, бабушка и мама. Ну, да, мама. Вот. И внуки семья. Выбрали бабушке татуировку, такой маленький, там, кто? Ящеричка маленькая, да. Лёка вот сделала, бабушка в восторге вообще. У меня клиентка... приходила, она там работает в Италии, то есть такая чуть-чуть современная, назовем, да, бабушка, приходила на ноге себе, на таком месте, где обычно бьют там девочки, да, выше стопы немножко, там надпись себе сделала, и все красиво, и все хорошо, все эстетично выглядит. И таких примеров еще можно приводить. Да, взрослых женщин стало больше. Мужчины, приходить. Которые, да, он пришел в пиджаке, он снял пиджак, расстегнул рубашку, и снял. И забил всю спину. Да. Сел у него там, делаем его там на плече, вот сегодня там наш коллега делал там пантера какая-то здесь, еще что-то, в общем, вот так вот выход сюда. Мужчина одел пиджак, застегнул рубашку и пошел решать свои там какие-то дела, то есть. Дякую. Льоко, що зараз б'ють? Тому що раніше там був такий моветон, іерогліфи були якісь незрозумілі. О, вот іерогліфів, кстати, очень-очень давно не було. Сейчас мода пошла. Смак покращується в нас. Я не скажу, что иероглифы – это плохо. У каждого свои. Такие рандомные иероглифы. Если девочки, ну вот если вот такие небольшие работы, лавандочки сейчас много бьют, пиончики, такие, все очень миленькое, цветное и нежное. Так хлопцы квитив не дарят, то они себе. Кстати, подарки делают. Да, татуировки, подарки. У меня неоднократно, да. Муж приводит жену, там, и ей цветы там на полбедра, вот я делал такие. А большие. Она не хочет, так получается. Нет, ну и она, конечно, хочет, но вот такой цветы один раз подарила на все. Самые классные моменты, это когда дети дарят подарки родителям татуировки. Вот это вообще да. Очень приятно. Или они вместе приходят делать парные татушки, там мама с дочкой, мама с сыном. Очень круто. Круто, згоден. Маша, ты майбутній психолог. Так. Психолог и татуювання. Все норм? Все норм. Опять же, я повторюсь, сейчас, во-первых, расширяется кругозор у людей. И... Да я то разумею, глядачам расскажи. Ну, скажем так, я видела очень много психологов, и сколько психологов, столько и мнений по поводу татуировок. Кто-то считает, что это самовыражение, кто-то считает, что это психическое отклонение, и выдает вам больничный лист ФНД. Я считаю, что, ну, это мое дело, я захотела это сделать, я
Если у меня будет какой-то такой серьезный прием, там клиент какой-то очень важный, очень такой солидный, консервативный человек, то я, естественно, надену рубашечку, там застегну, чтобы это все дело не было видно. Но если ко мне придет на прием такой же человек, как я, там в свои 14-15 лет с подавленными желаниями покрасить волосы в синий, там, сделать татуировку на всю спину, то я просто расстегну рукав, такая, смотри, я вот такая же, как и ты. Мы с тобой мыслим похоже, то есть это еще может, ну, это еще может помочь настроить клиента более, скажем, ну, как говорит мой преподаватель Дин, раскрутить его. То есть очень часто клиенты приходят, что их так просто не разговоришь. Очекують такую бизнес-леди на диванчику, так? Я могу быть и бизнес-леди на диванчике, и могу пойти воровать абрикосы. Я не сомневаюся. Ти казала, що були проблеми під час навчання, здається, в контексті татуювання? Ну, скажем так, я училась в одной из лучших гимназий нашего города, и там ну, то есть более-менее лояльно относились как к пирсингу, так и к тому, что я волосы там психанула, перекрасила в синий, в зеленый. Но мне там по определенным обстоятельствам пришлось сменить школу. Это была абсолютно обычная школа. Я прихожу, директор меня видит, говорит: это, конечно, все прекрасно, но волосы ты из красного перекрашиваешь там в натуральный цвет. Сидит моя бабушка, которая со мной пришла на непосредственно собеседование, говорит: я, конечно, все понимаю, я абсолютно вас уважаю, но нас как бы в более, скажем так, консервативном заведении терпели с синим цветом волос, с зеленым цветом волос. Красный более приближен к натуральным. Почему? Ну, в чем проблема? То есть... Что в кинце? Хэппи-энд был? Червоный залишився? Красный остался, еще и пирсинг добавился в этот момент. Ну, це ж круто. Побільше вам таких людей, як твоя бабуся. Дякую нашим гостям за розмову. Бажаю вам лише яскравих емоцій, яскравого волосся, можливо, та розумніших людей поряд. Далі коротка реклама. Ми повернемося. Дочекайтеся. Ракурс триває. Як ставляться до дрес-коду працедавці? Чи можна в рамках кодованого одягу проявити свою індивідуальність? Про це говоримо з власницею консалтингової компанії Інною Новицькою та стилістом, фешн-редактором Мариною Манько. Доброго вечора. Добрий вечір. Ми розпочинали зі шкільної теми. Закінчимо також. Чи була у вас шкільна форма, Марин? Була, звісно. Вона вам подобалася? Ну, вона була достатньо тривіальною. Фартушек и коричневого цвета, помню, как сейчас. Накрахмаленные воротнички. Все достаточно стандартно. Не помню, чтобы я ее сильно любила. Инно? Конечно, у нас была школьная форма. Но я была такой вот бунтаркой по жизни, особенно школьной жизни. И всегда старалась какие-то новые элементы привнести во внешний вид. Дякую. Теперь больше до темы. Дресс-код как явище. Марино, воно... Це добро чи зло? Это имеет место быть в определенных направлениях, сферах. Если это, например, какая-то компания, какой-то холдинг, в котором есть определенный дресс-код, и это как прям составляющая имиджа компании, то, конечно, безусловно, потому что это лицо компании, как одеты сотрудники, то есть имиджевый стиль корпоративной формы, да, сотрудников, которому, кстати, подчиняются и руководящий персонал. Вот здесь это вообще прям строго имеет место быть, конечно, безусловно. А если мы будем говорить, например, про, скажем, творческих людей свободных, да, деятелей, бизнесменов. То есть если вы принадлежите себе, вы свободны внутри. Естественно, здесь вы уже можете сами выбирать свой стиль, свой имидж формировать. И тут, конечно, уже, наверное, неуместно говорить о каких-то рамках. Совсем таких сухих рамках, да. Инну, як ставитися до дрес-коду? Який стиль обираєте? Ну, смотрите, я совершенно согласна, все зависит от сферы деятельности. Если, допустим, взять банковскую сферу, то, безусловно, там более жесткий такой официальный дресс-код. Если это креативное агентство, где работают творческие люди, то, наоборот,
строгий костюм будет неуместный. Что касательно меня, я в обыденной жизни предпочитаю даже кеды, более такой свободный стиль, но на работу я действительно прихожу в достаточно официальной такой форме, потому что часто провожу тренинги, деловые встречи, соответственно, мои кеды будут там неуместны. Дякую. Зараз невеличкий екскурс до історії. Увага на екран. У добу, коли вміння підібрати правильну вилку до страви або тримати чашку трьома пальцями стає тестом хіба що для аристократів, демонстрація виховання і смаку людини відбувається із допомогою дрес-коду. Певні вимоги до одягу існували в різні часи і в різних культурах. В античності такі вимоги існували для людей різних професій і статусу в суспільстві. У Древній Греції, зокрема, одяг вільної людини і раба розрізнявся. У стародавньому Римі наявність пурпурного кольору в одязі означало прилежність до державної влади. Поняття дрес-код прийшло до нас із Великобританії, відомої своїми строгими правилами публічної поведінки. Зашифровану мову костюма чи сукні могла зрозуміти будь-яка освічена людина. Спочатку минулого століття класичний діловий дрес-код для чоловіків був досить консервативним. Сорочка, краватка або метелик, піджак з брюками з однієї тканини та класичні туфлі. Поява жіночого ділового дрес-коду пов'язана з емансипацією. Отримавши право працювати за гроші, як і чоловіки, жінки почали носити максимально простий строгий одяг. Довгу і вузьку чорну спідницю з поясом, білу блузку з брошкою та високим коміром стійкою. А ось жіночі штани стали входити в ужиток лише майже через 100 років. Сьогодні рекомендований дрес-код на роботі або на вечірці мало кого дивує, а скоріш є підтвердженням цивілізованості людини у ставленні до інших людей і виявом корпоративної етики. Утім, брючний костюм, що колись привів жінок до одного рангу з чоловіками, на сьогодні вже свого роду пережиток минулого. Сучасні жінки-лідерки все рідше їх використовують. Виняток Меланія Трамп з її прихильністю до чоловічих силуетів. Все більше жінок, глав держав відмовляються від ділової уніформи. Ділова етика сучасного чоловіка особливо не змінюється. Основне правило, якого потрібно дотримуватись при створенні образу, це вибір якісних речей, що відповідають ситуації. Марино, більше йшлося про такий діловий дрес-код. Він з часом змінюється, вимоги до нього? Естественно, он трансформируется, и вот если мы сейчас говорим про сейчас, про сегодняшний день, то и в деловом дресс-коде, и в классическом консервативном стиле все смешалось, потому что время наше сегодняшнее, оно такое очень турбулентное, да, можно сказать, и индустрии моды это, естественно, тоже коснулось. Во всем есть некая эклектика, и даже в классике. Даже мы вот за пример можем взять того же Стива Джобса, да, который уже давным-давно заработал миллионы, но при этом, кеды, выходя джинсы, на аудиторию, да, он выбирает стиль casual smart, то есть одевает джинсы, он может одеть туфли, кеды, но обязательно увековечит это классическим жакетом. У кого позиция больше выгодна? У жінок, у чоловіків в плане выбора одягу? Ну, наверное, у женщин, потому что у мужчин нет юбок и платьев. У шотландцев есть. Ну да, ну мы не про шотландцев сейчас, мы про нас. Поэтому да, естественно, у нас в классике есть и юбки, и платья, и разнообразие больше, естественно, в плане модельного ряда и в плане цветов, принтов, и то, что мы можем использовать и в классике, и в смарт-стиле сегодня. Но любые правила, как по мне, они вот для того, чтобы их как раз деликатно и очень-очень так тактично нарушать. Но уметь это делать красиво. Дякую. Інно, чи часто серед вимог працедавців є дотримання певного стилю одягу? Ну, вот, допустим, был у нас случай, к нам обратилась IT-компания с целью, чтобы мы подобрали одного, ну, достаточно редкого специалиста. И там было требование, да, у них в будничные дни
такой более свободный дресс-код, это джинсы, толстовки и так далее. Но именно на собеседование собственник именно отдавал предпочтение тому кандидату, который приходил весь одетый с иголочки. Именно, да. Вот почему-то он считал, что данному человеку дан был шанс, и он идет на собеседование как на праздник. И мы его предупреждали кандидата, что, пожалуйста, будьте добры, оденьте костюм именно на собеседование с руководителем. В дальнейшем это будет абсолютно свободный стиль. Также у меня была другая история, компания, достаточно крупный холдинг. И там также вот в свободное время, то есть если нет каких-то совещаний, встреч, приветствовался свободный стиль. Но на собеседование также требовалось прийти в костюме. И один из кандидатов услышал только слово «костюм» и пришел на собеседование в спортивном костюме. Но, собственно, он прошел интервью, слава богу, его взяли, но он запомнился и поломал в какой-то степени вот именно рамки при прохождении собеседования в эту организацию. И психику кадровику також. Да, это точно. Добре, IT-сфера – це номер один. Так ви сказали, в яких сферах, власне, вимагають дрес-коду? IT-сфера? Нет. Именно в этой компании, со сферы IT, на собеседование собственник компании требовал, чтобы приходили кандидаты именно в деловых костюмах. В большинстве своем сфера IT, наоборот, там свободный стиль. Тобто радше виключення, ніж правило. Да, совершенно верно, исключение. Які сфери обов'язково такі вимоги мають? Банковская сфера, крупные холдинги, то есть там, где вот ведутся переговоры на высшем уровне, там, где люди являются действительно лицом компании. Вот согласитесь, если мы придем в какое-то банковское учреждение, если нас встретит менеджер в рваных джинсах, там, с голым пупком, ну, как-то вот, знаете, данное учреждение... Девчина, то нормально, ну, я вас понимаю, как мужчина, но в большинстве, если возьмем там среднестатистического клиента, бабушку или дедушку, то, конечно, у них это вызовет определенные сомнения, стоит ли вообще здесь вот именно обслуживаться в этом учреждении. Зазвичай за недотримання таких вимог у працівників штрафи? Ну, вообще, по законодательству штрафы запрещены. Не должно быть такого понятия, как штраф. Возможно, какое-то устное замечание, возможно, несоблюдение какого-то критерия, именно KPI. Но в целом, конечно же, есть какие-то установленные рамки во внешнем виде. Все мы знаем, насколько жесткий дресс-код в том же «Газпроме». Там даже именно в инструкции, в положении, да, о внешнем виде указана толщина колготок, длина ногтей. Но там, конечно же, и зарплаты колоссальные, такие космические. Тобто все нівелюється. Марино, саме слово «дрес-код», воно змушує являти якийсь такий сірий, нудний одяг. Як зберегти власну індивідуальність? Ну вот потому он и навеивает такое настроение, да, достаточно сухое, сдержанное, потому что классические цвета, которые не должны бросаться в глаза, отвлекать людей от работы и сбивать, да, рабочий дух и настроение. Но для того, чтобы как-то, например, себе же повысить настроение, если, опять же, позволяют корпоративные правила по деловому дресс-коду, то, возможно, это могут быть какие-то элементы, опять же, если разрешают. Возможно, бижутерия, какие-то яркие акценты, часы, платки, ремни. То есть где-то что-то такое, как акцент незаметный, но сочный, да, который может разбавить где-то серость и безликость образа. Но если так требуют правила компании, то вот здесь все строго, как, например, в сетевых компаниях, и вот холдинги тоже соглашусь. Опять же, там, где это строго дресс-код, все ходят в одинаковом, и вся атрибутика, и вся брендовая продукция, все выдержано в определенных рамках. А я хочу добавить тот же пример, премьер-министр Канады, да? То есть, когда у него строгий внешний вид, но всех позабавили его веселые носки. Собственно, он ввел в моду вот такие яркие, интересные элементы. Вроде бы серый костюм, но или носки яркие, или платок, или оправа, да, очков. Достаточно такой яркий элемент, допустим. Марино, яскраві шкарпетки від прем'єра – це хуліганство за етикетом? Ну, это бунтарство. Ну, если он понимает, что он имеет на это право, и настолько свободен внутри, что, в принципе, по сути, его не беспокоят чужие взгляды и чужое мнение. Ну, наверное, это имеет место быть, потому что я, например, тоже
Люблю нарушать правила, люблю добавлять какие-то акценты, но это очень тонкая игра. И когда ты умеешь совмещать вот эту вот свое бунтарское настроение с правилами компоновки, цвета, да, игры аксессуаров, фактур, тогда это вот выглядит вкусно. Я за это. На які країни варто рівнятися? Я всегда равняюсь на Европу. Если я делаю какой-то обзор, Украина — это Европа. Если я делаю какой-то обзор, например, каких-то трендов основных мировых, естественно, это больше Милан, Париж и мировые столицы моды, естественно, не Киев, потому что Киев, он равняется на тот же Милан, на тот же Париж. А, кстати, вот касательно коллекции, если не ошибаюсь, недавно выпустила коллекцию. Вот я не помню точно, но вроде бы Dolce & Gabbana, мужских платьев. Да, 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 я сразу. Вот. Так что у вас уже есть разнообразие. Ой, там и юбочки. Я все розумію, але там. А якщо про сукні не будемо, давайте чоловічі. Про татуювання. Наскільки в рамки дрес-кода вони вписуються? Тому що попередній блок у нас були дуже красиві гості з великою кількістю татуювань, з пірсингом. Це норма? Вы знаете, уже становится нормой. Это круто. Да, я пока тоже ожидала своей очереди нашего эфира рассказать историю, что у меня дедушка, он служил в морской пехоте, и он действительно был весь в татуировках. И в советское время это казалось каким-то нонсенсом. То есть на пляже, когда мы находились с ним, моя бабушка стеснялась признаваться, что она его жена. А зараз, если нет тату, то уже нонсенс. У меня, кстати, нету. Вот я, получается, уникум. Такое. Да, Марина? Уникум. Ну, у меня есть такое маленькое начало на ноге. Дали было буде. Так больно, дали что буде. Я не закончила. Дали буде. Но сейчас, вот, честно говоря, это уже становится нормой. Очень много собственников компаний, топ-менеджеров допускают вот именно тату на своем теле, даже на видных местах. То есть нет каких-то, да? Ну, нету ограничений, угу. Да. Дякую, у нас дуже мало часу, ми можемо підбити підсумки інтерактиву. На питання, як ви ставитеся до обов'язкового дрес-коду на роботі, глядачі відповідали так. У нас, здається, 56% позитивно ставляться до такого явища, як дрес-код, і 44% негативно. Тобто майже рівність. Про що це говорить, Марина? Ну, люди не визначилися. Слегка размыто это все, потому как надо действительно понимать, согласно чего, какой результат мы хотим достичь, вот как правильно сказал оппонент, да, когда мы идем на собеседование. Я люблю смешивать классику с уличным стрит, но если бы я и шла устраиваться на работу в какую-то компанию серьезную, я понимала, что там в приоритете, да, какая-то классика и сдержанность, безусловно, я бы отдала предпочтение классике, потому что, ну, тут есть свои рамки, и они уместны. Но не везде. Для творческих личностей я бы посоветовала тем, кто, например, должен идти на собеседование, спросить у HR-а, какой должен быть внешний вид, чтобы они не попали в такую ситуацию, как со спортивным костюмом. Дякую. Да. Дякую нашим гостям за цікаву розмову. Завтра моя колега Яна Чоботаренко поговорить про дітей з непростими долями. Бережіть себе.